By the end of April 1945, Soviet troops were closing in on Berlin. The closer they were to the capital, the stronger the resistance they encountered from remaining German soldiers. But on May the 2nd, the enemy sent a radio message saying, "Ceasefire. We are sending envoys to the Potsdam Bridge." At last, Berlin had been taken. Из всех операций, которые я пережил во время войны, Берлинская операция была самая тяжелая, самая трудная. Представьте себе огромный город, фашистов в нем полно. Но откуда только не стреляют, из подвалов, из окон, из чердаков. Пули свистят. Как только люди выживали из 100 фронтовиков 23-24 года, домой вернулись трое. А разведчиков из 1000 7 человек, наверное, никогда не забудется. Подошли мы к каналу Тельдов в Берлине. Его надо было форсировать, чтобы войти уже в сам центр. Ночью мы хорошо пронаблюдали, очень аккуратно перебрались через канал. Немцы уже дремали там палатки на голову. И мы ворвались в траншею. Кто ножом, кто прикладом, значит, всех, кто оборонял эту траншею, уничтожили. Вот когда они начали наводить переправу, начали стрелять то ли два орудия, то мы не могли понять, кто же это стреляет. Значит, старший зовет Лебедев ко мне, Тарасов ко мне. Берите по фаус-патрону и ползите, найдите, кто, значит, стреляет. Ползком, ползком, ползком. Все ближе и ближе стреляет. Присмотрелись, танк, вкопанный в землю. Тигр, оказывается. Меня очень радовало то, что и танк фашистский, и фаус-патрон фашистский. И я его этим фаус-патроном, а это серьезное оружие, фаус-патрон. И я его уничтожил, вспыхнул, загорелся. Я так обрадовался, все прекратилось. А лет мне было в то время, это был 45-й год, 22 года. В нашей стране нет ни одной семьи, где бы родные и близкие не участвовали бы в Великой Отечественной войне. Мы 70 лет живем под мирным небом. Нам светит теплое солнце. Мы смотрим на яркие зеленые поля и луга. Я хочу сказать слова благодарности всем ветеранам, которые воевали в Великой Отечественной войне. Спасибо вам большое за победу, за ваш великий подвиг. Спасибо большое.